Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон, Эдуард Петер, прямо с утра. Мы сегодня с Ричардом пойдем сейчас гулять и пойдем сделаем бродилку по парку. Для чего? Не просто так, а есть пара деревьев и кустарников, которые я не знаю. И для чего они предназначены, тоже не знаю. Да хотя бы, может быть, знать название, посмотреть в гугле, где их можно применять и так далее. Ну, для общего образования сказать и для применения в фотографиях. Чтобы не сложить что-нибудь ядовитое с чем-нибудь едобным. У меня в планах этого не было, но так как мы все равно сейчас идем, сегодня воскресенье, я люблю по воскресеньям утром, никого нет, все спят как убитые, а мы с Ричардом можем спокойно пройтись. Пока Ричард тут свои дела делает, я рассматриваю, что тут у нас есть. Ну, я не знаю, что это, по сути дела. На вкус. Это как... черемуха. Ну, на вид что-то я помню другую. Вот шиповник подрос, дал плоды. Тоже можно как декоративный элемент вполне использовать. Меня интересуют больше вот эти листочки. Они, вы знаете, они очень-очень похожи на... На листы сливы. И причем выглядят гораздо красивше и свежее, чем сливовые. Может быть, надо подумать и их использовать. Вот они на просвет. Да, наверное, скорее всего, потому что я вчера набрал сливовых, придем с прогулки, покажу, они мне не впечатлили. Так, если та была черемуха, то что тогда это? На вкус она ужасно кисло-горькая. Ну, такой я помню вроде как. Вот еще кандидаты для фуд-фотографии, только не знаю, с чем их. Пока не придумал, с чем их сочетать. Раз уж все равно мы в парке, я заодно спрошу, может быть, кто-то знает, что это за такое, с такими прекрасными декоративными листьями, и что это растет. Пока не знаю, созреет, может быть, тогда, но выглядят листочки, ну, очень декоративно, правда? Еще если говорить о декоративности, посмотрите на эти молодые шишки, это обалдеть, какая красота. Это зарубка на память к зиме. Очень хороши для натюрмортов вот эти белые невзрачные цветочки, растущие тут у забора. То есть никто не будет возражать, если я парочку отсюда заберу. Ричард, выйди ты в кадр. Вот это интересное растение. Я не знаю, что это тоже, но красиво я видел возле магазина. Тут я не буду, конечно, ничего рвать. Это декорация специально высаженная. Я видел в магазине такое дерево уже. Не кусточки, а дерево. И там можно будет... Такие вот, оно уже отцветает все. Такие цветочки, листочки. Лаванда, вот, шмель. Летает. Ричард, пойдем дальше. Также вот такие какие-то очень интересные синенькие. Хорошо бы к сливам подошли. Наверное, может быть, стоит взять их тут. Так, бродилка наша подошла к концу. Я сейчас пойду сорву пару веточек. Потом сравню их еще раз. Хотя я уверен, что они очень-очень похожи. Веточки я имею в виду. Вот эти, как я так понимаю, это ранетки. Вот эти вот.
Мне много не надо, даже снизу там где-то могу отчекрыжить. Ну, в общем, сейчас заготовлюсь. На обратном пути нас сопровождает соседский кот. Он знает меня и бежит вперед, чтобы я ему двери открыл. Это 100%. В итоге я набрал все, что мне нужно было. Сливы лежат на готове, там еще одна, то есть 2 килограмма слив. Цветочки, кстати, я нашел на заброшенной парковке. И вот давайте посмотрим листочки. Вот оторвем листочки парочку, а это сливы листочки, ребята. Это 100%, потому что там где-то засохшие сливы еще. И вот давайте мы их посмотрим. Так, на просвет глянем. Так вот глянем. И видим, что они каким-то как бы налетом покрыты, и для фотографии они не очень, скажем так, хороши. Поэтому вот то, что я вам показывал от ранеток. Большую разницу видите? Я нет. То есть у них более такая зеленая, живая поверхность, а это вот матовая, я говорю, и поэтому, да простят меня истинные фотографы, я не хочу вот это фотографировать, я лучше возьму вот такое. Ну что ж, все теперь, все у нас есть, что нужно, пора приступать к сливовому дню. Ну вот перед сливовым днем я вам такую бродилку сделал. И квиц. То есть викторина. Угадай дерево. На этом я заканчиваю. Действительно, если кто знает про эти деревья, то напишите в комментариях. Я буду вам благодарен, хотя буду знать, что из них делают. И вообще делают ли с этих плодов.